Доброе утро, просыпайтесь. Из нашей рубрики «Мьюз-Ньюз». Про все новинки вам расскажут Даина и Назар. Имела сегодня с премьерой песни Тини Карл. Про эту работу будем говорить большую часть по главам. Ведь она ставила не просто патриотическую песню украинами, но записали ее вместе с детьми. Участие в работе приняли дети «Голос 2». Они не просто актеры, но и поют вместе с Тиной Карл. Давайте посмотрим фрагмент клипа. Работа простая и глубокая. Цветная и анимационная. Песню уже назвали детским гимном Украины. Символично то, что презентовала работа в первый день весны первого формата. А знаешь, что Тина Карл написала эту песню сама? Да, знаю. Еще знаю, что и текст Тина Карл написала сама. А ты ее осмотрел? Да, осмотрел. Она вот такая маленькая. На официальном сайте я нашла то, что Тина Карл сказала о своей новой работе. Это дети меня вдохновили написать такую песню, и мы решили снять совместный клип. Он вскоре обязательно появится на экранах. Я очень волнуюсь, потому что я редко пишу композиции для себя и открыто об этом говорю. Но это красивая патриотическая песня об Украине на украинском языке. Я рада, что дети исполнят ее. Очень хочу, чтобы их голоса звучали в эфире и радовали зрителей своей чистотой, искренностью и добротой, которой нам сейчас так не хватает. В конце программы был еще одну замечательную певицу. А о ком это ты говоришь? О Джамале. Певица устроила очень хорошую акцию. Да, она продала все свои платья, чтобы поддержать других. Вот такие у нас добрые, отзывчивые певицы. Да, все успевают. И песни петь, и людям помогать. Удачи для вас работы, Назар и Дарина. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова